Представители предприятий «Общепита» Башкортостана могут внести свои предложения по изменению правил предоставления услуг населению. Соответствующий проект стратегии развития общественного питания разрабатывает Минпромторг России. По мнению экспертов, данная отрасль находится вне фокуса государственного внимания, а существующие сложности и административные барьеры ограничивают ее развитие. Кроме того, в последние годы произошло существенное изменение условий работы предприятий «Общепита», а именно снижение покупательской способности населения, ограничение использования нестационарных объектов и розничной продажи алкогольной продукции. Так, в Башкортостане оборот общепита в 2015 году сократился на 20%, а с начала этого года просел на 14%. Такая тенденция прослеживается и в других регионах страны. Поэтому назрела необходимость разработки предложений по формированию стратегии развития отрасли до 2020 года с учетом анализа мирового опыта и нормативно-правовых актов. Предложение разработать стратегию развития общепита, она как раз вызвана тем, что есть организации, которые на федеральном уровне лоббируют интересы людей, предпринимателей, которые занимаются этим непростым делом. Есть на нашем региональном уровне такие предприятия, но, возможно, стратегия позволит сконцентрировать в одном документе желание не только чиновников, но и предпринимателей. Это было бы очень неплохо.